Добрый вечер, друзья. Печальные новости приходят из Беларуси. Там только что сошел с рельс поезд. Пока непонятно, что и как, но единственное, могу сказать, что это возле станции Лида. И абсолютно точно там есть погибшие. Об этом уже говорят и в телеграм-каналах. И те, кто мне звонили из Беларуси, говорят то же самое, что есть погибшие, они об этом слышали. В чем дело? Значит, там столкновения поездов не было, он сошел сам. Изношенность колесной пары, отсутствие ремонта колесной пары, и, соответственно, колеса, судя по всему, не выдержали, каким-то образом лопнули, что ли. Колеса не прошли дефектоскопию, колеса не прошли техобслуживание, соответственно, печальный результат. Там сейчас на место выехал министр путей сообщения. Ну, не столь дело, что он уже поможет, никто уже, собственно, не поможет. Если люди погибли, они погибли, и сделать с этим совершенно ничего уже нельзя. Единственное, что можно сказать, что эта проблема, это не только Беларуси, когда вместо ремонта поезда руководители разных звеньев ремонтируют собственную дачу или собственную виллу с граблями за бюджетные деньги. Это точно такая же проблема есть у нас в Украине. Точно такая же проблема существует на России. Никакой разницы с Беларусью здесь нет. Увы и ах, ворует кто только может, кто только где может. Ребята, ну что можно сказать? Ну, мы должны какую-то активную гражданскую позицию иметь в таких случаях, чтобы ловить вот этих людей, которые занимаются такой вот, таким воровством. Во всех трех странах одинаково, потому что, повторюсь, несмотря там на все мое отношение к России, например, она в этом аспекте абсолютно такая же, как Украина, абсолютно такая же, как Беларусь. И то, что происходит в той же Беларуси, точно так же происходит у нас. Увы и ах. А людям глубокие соболезнования.